Друзья, доброго времени суток. Меня зовут Владимир, и я рад видеть вас на канале «Все о шашках». Хочу в двух словах рассказать о функции спонсорства на нашем канале. Суть спонсорства везде одна – это финансовая поддержка автора канала или его проекта, которые вам нравятся. Я знаю, что далеко не все любят систему доната, но, к сожалению, уникальному контенту просто не выжить в современных условиях без поддержки спонсоров. Все, что мы делаем, это тоже работа. Если вам нравится тематика нашего канала, нравятся видео, которые мы для вас снимаем, и вы хотите больше интересного контента, больше интересных стримов с интересными людьми, именно функция спонсорства позволяет вам на ежемесячной основе финансово поддерживать канал в силу своих возможностей для его дальнейшего развития. Что касается уровней спонсорства и плюшек, которые вы получаете, я считаю, что рассказывать взрослым и адекватным людям про доступ к неким уникальным смайликам, а также о том, что вы сможете увидеть новые видео на пару дней раньше остальных, это несколько глупо и нечестно. Самое главное – это поддержка канала и меня как его автора, что стимулирует на дальнейшее создание нового и интересного контента. В обязательном порядке я буду упоминать имена всех спонсоров, чтобы зрители знали тех, кто помогает выходу в свет новых видео, и кому стоит сказать за это огромное отдельное спасибо. Вы, как спонсор канала, сможете предложить свои идеи и темы для будущих видео, которые интересуют именно вас. На текущий момент есть три уровня финансовой поддержки. Можете с ними ознакомиться и выбрать тот уровень, который соответствует вашим желаниям и, конечно же, финансовым возможностям. Для тех, кто становиться спонсором не хочет, либо не может, канал в любом случае останется для вас открытым. Ну а лайк и комментарий, а также репост видео тоже будет очень хорошей поддержкой с вашей стороны. Спасибо вам за это. Подписывайтесь на наш канал. Будем рады видеть вас в числе спонсоров, а мы будем работать над развитием канала. Спасибо за внимание, берегите себя, берегите своих близких, любите шашки так, как любим их мы. Увидимся, до новых встреч!